Ой, что деется, вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Все помнят строчки из известной песни Высоцкого. Конечно, траншеи для подземного кабеля рыть можно, но умные хозяйственные организации проектируют воздушные электролинии. Это дает значительное сокращение затрат и времени. Оно с непонятным названием, наш подрядчик, не торопится прокладывать по созданному им проекту подземный кабель. А зачем? Тендер выиграли, договоренность на сумму более 100 миллионов у них уже в кармане, остальное их уже не волнует. Вообще-то странно, некоммерческая организация, подрядчик, зарабатывает себе деньги, а некоммерческая организация, заказчик, умеет только их транжирить, особенно не скупиться на административный аппарат. Короче, на сегодня никто траншеи для кабеля не роет. И когда начнутся работы, неизвестно. Но отвлеклись от темы вопрос-ответ. Сегодня следующий вопрос от садоводов. Скажите, правление пропагандирует методы ТСЖ. Это и смета, и управляющий, и странный устав. Почему скрывается правлением факт того, что мы уже живем в ТСН, товарищество собственников недвижимости? СНТ уже не существует. Почему это замалчивается правлением? Может быть, всех садоводов хотят поставить перед фактом потери общего имущества, которое в ТСН автоматически будет принадлежать только управляющей компании? Переход в ДНП этому способствует? ДНП – это дачное некоммерческое партнерство. Думаю, что с 10 июля на видеоканале будут звучать ответы правления на каждый вопрос, прозвучавший в передачах, или ответы последуют от самих садоводов, как они это понимают. На этом все. До свидания. До следующих встреч.